В Нижнем Тагиле прошел гражданский форум Горнозаводского управленческого округа, посвященный празднованию 85-летия Свердловской области. Форум направлен на развитие новых форм взаимодействия власти и общества. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поприветствовал его участников. Очень важно делать то, что действительно людям необходимо. То есть услышать замечания, предложения тех проектов, которые реализуются, и на основании их уже принимать те или иные действия, которые позволят реализовать. И этим самым действительно популяризировать, и действительно доказывать и показывать людям необходимость реализации национальных проектов, которые действительно позволят сделать жизнь, в частности, тагичан, значительно лучше. На мероприятие прибыли 120 представителей из 12 муниципальных образований Горнозаводского управленческого округа. В рамках форума состоялось пленарное заседание, на котором была проведена презентация цифровой платформы «Активный гражданин». Внедрение этого инструмента, по мнению организаторов, позволит в ближайшем будущем вовлечь большое количество жителей региона в решение вопросов местного и регионального развития, предоставит новые возможности информационной поддержки и популяризации проектов социальных ориентированных организаций. После пленарного заседания начали работать две тематические площадки, на одной из которых обсуждались важные вопросы, связанные с цифровизацией гражданского общества, а на второй представлены лучшие практики развития гражданского общества.